Специалист по психологии, бизнес-вумен, ученица всемирно известного американского писателя, предпринимателя, оратора, мотиватора, актера Энтони Робинса, 34-летняя Татьяна Соловьева, уроженка Бреста, приехала в родной город, чтобы провести бесплатный обучающий семинар «Разбуди свое счастье». Название инициативы говорит само за себя. Тренинг собрал немало горожан и гостей города. У каждого из присутствующих свои цели, но есть то, что объединяет – живой интерес ко всему происходящему. Любому человеку имеет смысл развиваться, независимо от того, где он живет, сколько ему лет, в каком состоянии находится, потому что если мы не развиваемся, то мы на самом деле не живем. Поэтому Брест – это город, где я родилась, и я с огромным волнением и трепетом сегодня буду проводить этот семинар, потому что чувствую максимальную ответственность. И семинар во многом дает такие вещи и понимание человеку, что независимо от обстоятельств жизни, от того, какая экономическая, политическая ситуация, что происходит вокруг нас, выпал ли снег, идет ли дождь, он может получать удовольствие, быть счастливым, добиваться своих целей. И его сознание определяет его будущее, а не те события, которые происходят вокруг. Простые советы по тому, как за считанные секунды менять свое внутреннее состояние и настроение, как доводить до конца задуманное, как избавиться от ограничивающих убеждений, как следствие стать счастливее. Именно эти вопросы через все выступление прошли красной нитью. Счастье, оно касается, в принципе, всех областей и направлений нашей жизни. То есть у каждого это либо работа, либо личное, либо со здоровьем. А тут, я так понимаю, что это будет касаться всех этих сфер. И благодаря вот какому-то определенной технике, может, направленности, то оно поможет улучшить сразу в этих трех, допустим, четырех, у каждого свои направления, и развиваться в этом. Чтобы изменить свою жизнь, в первую очередь нужно поменять внутреннее состояние и ощущение самого себя. Так думает автор проекта. Мыслить нужно эффективно, стараясь убрать весь негатив из повседневной жизни. Это первостепенные и наиболее продуктивные секреты любого преуспевающего человека. Только гармонично распределив свои физические и моральные силы, можно идти к намеченной цели.